привет, друзья! С вами как всегда Робзи, и мы продолжаем играть в симулятор охотника в Роблоксе. После прошлой серии многие из вас написали, чтобы я сел и прошел игру полностью. Поэтому, друзья, я потратил дофигище времени и почти прошел игру. Почему почти? Да потому что я оставил самое вкусненькое для видосика. Также у нас появились кодики, которые мы ведем сразу же после челленджа, который нужно пройти за 5 секунд. Нужно поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять. Успел? Лайк поставил? Подписался? Красавчик. Итак, кодики у нас такие. Их всего у нас три. Первый код у нас называется Hunting for Life, друзья. Вот такой кодик вводим, получая немножко гемов, немножко денег. В общем, кодики слабенькие. Но если вы только начинаете, будут вам полезны. Дальше вот такой кодик называется Grumpy Gravy. И последний называется Saint for Playing, ребята. Три кодика и погнали проходить игру полностью. Итак, у меня сейчас 89 уровень. Давайте сразу накупим себе бустики. Так, у меня бустик на опыт не куплен. Нужно покупать за 49 робоксов, чтобы ускорить прохождение. И давайте, наверное, купим себе немножко дропа. Но, знаете, мне кажется, знаете, что еще нужно? Нужно потратить гемы. Гем у меня не потрачено. Я хочу вот это вот тир яйцо номер 5 немножко поролить, потому что у меня 4000 было. Или 3... А, 3000 гемов. Так, у меня айрширков какой-то. Я надеюсь, что будет какая-то крутая корова или что-то типа того. Давайте, у нас еще денежки есть, кристаллики есть. И выпадает, что нам снова то же самое. Это плохо. Это плохо, потому что у меня есть вот эти вот синенькие. Видите, у меня лайтинги. Есть два вот этих вот за донат и два вот таких. Так, покупаем еще. Все гемы тратить не буду, потому что они мне понадобятся для прокачки. Итак, снова то... Понимаете, вот это везение, понимаете, три раза одно и то же. Здесь 10 коров, и мне выпадает одна и та же третий раз, это просто жесть. И выпадает в этот раз 4 раза. Вот это везение, это в скобочках везение, потому что это не везение. Это пипец, ребята. Смотри, 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 и давай, Минотавра. О, ну такой у меня был. Так, остается 1000 кристаллов, я думаю, что последний раз мы сами ролим это яйцо. И ну его в баню, я ставлю для прокачки. И выпадает что нам? Понятно, самая обычная корова. Итак, друзья, у меня сейчас предпоследний рюкзачочек. Если не ошибаюсь, на 10 миллионов вместимости. Вот я его покупал. Так, этот я еще не могу купить. 94-й, я не могу купить его. Пушка у меня сейчас, друзья. Вот это вот рейлган. Но мы сейчас с вами купим плазму. Я покупаю только оружие, которое дальнего выстрела. Смотрите, какой у меня сейчас скилл. Просто, смотри, залетаешь вот сюда. Вот так вот. Бум! Просто бум, вынес все. Сейчас появится у нас вот этот босяра. Если еще раз нажму, можно по всем локациям пробегать. Кстати, заметили, какая у меня скорость бега просто нереальная? Потому что на сервере играют друзья. Чем больше друзей играет на сервере, тем быстрее у вас скорость бега. В общем, офигеть, можно здесь выносить. Все это делать метеоритом. Это предпоследний скилл, это еще не последний, ребята. Фигачим вот так. Бум! Сейчас появится кабан здесь, скорее всего. Ладно, это нам не интересно, потому что мы идем в локацию, где именно буду прокачиваться. Есть, здесь я ничего не получаю, здесь копейки просто. Так, залетаем в портал и в пустыню. Предпоследняя локация. Здесь у нас вот такие вот гемщип, это у нас овечки. Вот, бум, фигачим. Офигенные скиллы, ребята. То есть это скилл на 80 уровне я получил. После где-то уровня 60 скиллы просто бомбические. Так, у меня пока что рейлган. Я жду для того, чтобы у меня новая пушка появилась. Так, взрываем. Кстати, сколько до уровня осталось? Буквально 50%. Так, ладненько, погнали, будем наваливать. Будем наваливать, не будем стоять, будем, не будем стесняться. Пипец, такой армагеддон в этой игре происходит. Когда вы получаете массовые скиллы, у вас такая жесть происходит здесь. Такие взрывы нереальные. Это просто офигенно. Ну и денег, конечно, капец сколько идет. И опыта вам хорошо сыпет. Так, почти 90. Почти 90. Так, здесь босс у нас не появился. Здесь, кстати, появляется огроменный такой босяра. Если получится, вызовем сегодня его. Так, давай взрываем. Хотя нет, не получится, потому что мы уже почти 90. И вот, ребята, апнули. Наконец у нас появился самый последний скилл. Так. Давайте, наверное, себе его сейчас заюзаем. Хотя здесь разницы в скиллах нет, если вы, конечно, их прокачиваете. Смотрите, вот, например, вот этот скилл Метеор Шавер, 360%. Здесь 450, потому что я прокачал. Последний 400, но он, ребята, не прокачан. Я его одеваю и начинаю, ребят, прокачивать его максимально. Так, пока что, пока не дойдет до реберс коинов, мы его прокачиваем. Так, 420% урона, 440, 460, 480. Ай, блин, нужно дальше, видите, видите, дальше нужно, получается, реберс коины. Поэтому забиваем на все это дело, юзаем его. Офигеть, просто божественный взрыв какой-то. Кстати, урон этих взрывов, то есть 360, там 380, зависит. Вот, кстати, видите, мега овца вылезла. Так, нужно все это дело пойти продать и купить себе, наверное, пушку.
90 уровень. Так, залетаем вот сюда. Плазмаган. Вот такую штукенцию мы покупаем. Денег у меня точь-точь хватило. Так, рюкзак на 94-м. Поехали. Все, поехали. Залетаем с вами в локацию под названием «Пустыня. Я хочу добить кабана». Нифига себе. Нифига себе, рейлган. Смотрите, теперь бум! Просто вынос, ребята. Да, чем сильнее пушка, тем больше вы наносите урона. Именно скиллом я веду, именно скиллом, ребята. Так, щип босса мы выносим. Рюкзак у меня на 10 миллионов вместимости пока еще не забит. Бегаем, собираем. Бегаем, собираем, выносим это овцу. Сейчас пойдем посмотрим локацию. Я специально, ребят, я мог прокачать уже хоть 200 уровень, но я специально оставил полное прохождение для видосика, чтобы вам было интереснее посмотреть, что здесь можно делать. Кстати, когда у вас появляются пушки в виде автомата, вы начинаете фармиться намного быстрее. Да, там, ребята, будет автомат, потом какая-то УЗИшка или USP-шка какая-то. Офигеть, у меня рюкзак полон. Так, продаем, продаем. 91 уровень. Быстро сейчас качаемся в аэропорт, ныряем. И здесь у нас в аэропорту тоже коровы. Интересно, кто появится у нас вместо самолета? Кто у нас появится вместо самолета? Ребята, это последняя локация, которую нужно пройти сегодня. Я хочу набрать... Какой там нужно 96 уровень, если не ошибаюсь, для последней пушки. Поэтому будем качаться до 96-го. Я думаю, что зайдет вот это немного времени, буквально минут 5. Фига себе развалю, смотри, просто коровок. Это такой... А, это гем-корова. Отлично, отлично, давай тебе гем-корова. Нафигачиваем. Можно, кстати, взять пушку ближнего боя, но... Я хочу взять посох. Там посох за 96 уровень. Я хотел бы, конечно же, его фигануть. Блин, вот этот луч с неба очень крутой. Но он какой-то не эпичный, что ли, я бы сказал бы. Он бьет на всю карту, просто по всем юнитам, которые находятся на карте. Просто какой-то святой Армагеддон, что ли. Я не знаю, что это такое. Так, собираем, собираем 90, какой уровень? 92 у меня, да? Да, 91 еще. Так, короче, этот луч фигня. Так, надо продавать, потому что нам нужно набирать деньги для следующей пушки. Если мы не насобираем, то мы не сможем купить себе пушечку. Так, давайте корову выносим. Короче, нужно именно лучом фигачить. Лучом, который у меня с пушки и немножко помогает себе этим. А, получается, мне не... Интересно, мне нужно становиться в центр карты, чтобы по всем попасть? Давайте проверим. Я стану вот здесь, нажимаю. Все равно всю карту фигачит, ребята. Все равно всю карту фигачит, поэтому неважно, где находишься. Фигачишь себе этих коровушек потихонечку. Так, это у нас злые коровы. Хороших коров нельзя убивать. Ну, можно только для мяса. Так, поехали, выносим. Снова рюкзак полон. Так, сколько мне нужно... Сколько мне нужно денег? Так, и сколько нужно уровней? 92-й. Блин, а еще... Еще буквально 4 уровня, ребят. 4 уровня прокачаемся по фастику, ребят. Поехали, накачиваем. Коровы получай. Бум! Офигеть, нет, игрушка. В смысле, рюкзак уже полон? А почему написал, что рюкзак был полон? У меня же был он не полон. Ну ладно. Игрушка мне очень нравится. Не знаю, она, кстати, сейчас находится в топ-5 в Роблоксе. Это довольно-таки прикольно. И игра прикольная по своей механике, по своей стрельбе, вот это вынос. То есть, ну, прикольно. Я согласен, игра прикольная, очень офигенно сделана. Мне очень нравится. Так. Что-то дофига я стал, раз нравится. Короче, мы прокачиваемся, нужно уровень. Снова. Ой-ой-ой, мы кого-то вызвали, ребята. Мы кого-то вызвали, какого-то кабана. О, буффало босс, ребята. Самый жесткий босс на карте. Офигеть, смотри. Сколько нужно его выносить, интересно. Так, я, короче, буду пытаться его вынести. За него дают много уровней, по любачку. За босса всегда дают больше всего уровней. Я думаю, что мы после убийства получим сразу 94-й. Хотя мы сами уже 93-й. Будем постоянно взять скилл массовый. Пускай будем убивать босса. Сколько? Пол хп? Ну, где-то треть сняли уже. Так, я фигачу только босса, а массовыми скиллами фигачу всех вокруг. Давай, 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 давай. Они, кстати, не умирают почему-то. Так, кого-то я прибил, там какую-то коровку. Так, здесь идем собирать все это дело. Дальше фигачим. Фигачим. Пол хп сняли буфало боссу. Я тебя завалю, босяра. Самый жесткий босс на карте. Пипец, у него хп. Вы видели? Я, блин, я что-то не посмотрел, сколько у него было в начале хп. Это просто нереальное количество. Давай, 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 буфало босс, наваливай, сдохни ты уже, сколько в тебе хп-то? Жесть. Так, мне кажется, я его уже почти добил, да, буквально пару выстрелов. Готово, так, у меня 93-й, опачи, какой уровень у меня сразу, 94-й, погнали. Так, новый рюкзак, последний рюкзак, контейнер, офигеть, ребята, я покупаю его. Дальше, что у нас тут, пушки, 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 здесь урон вот такой, может быть, а, здесь урон поменьше. Нет, я лучше подожду. 96 уровень. Думаю, не так много прокачиваться. Всего лишь 2 левела. Я не буду покупать эту пушку. Я себе накоплю, ребята, на новую пушку уже посох. Я думаю, что он будет тоже дальнего действия. Поэтому, ребята, копим. Фигачим бычков. Фигачим бычков, прокачиваемся. Сколько процентов за одного быка дают? 38. Ну, слушайте, придется, да, пофармиться. Кстати, я не знаю, есть ли смысл деньги копить вообще? Вообще, есть смысл в деньгах здесь?
сейчас копить. Или просто бегать, можно опыт собирать. Да, кстати, можно не продавать. Можно ходить просто опыт собирать и не бегать на продажу бегать. Сейчас мы сходим, сейчас проверим. Сейчас все проверим, погодите-ка. Сейчас 5 секунд, так, завалим. Сейчас полный рюкзак набиваем, продаем. Итак, сколько денег стоит последняя пушка? Стоит у нас 8... Ой, деньги, ребята, на нее есть. Поэтому что мы делаем? Правильно, мы больше не телепортируемся на продажу. Мы просто тупо фармим. Мы просто тупо фармим. Стоим вот так вот и фармим. 96-й. Все. Я продавать. Покупаю последний посох в этой игре. Вот такую штукенцию. Все, ребята. Теперь мы усилили свою ульту, ребята. И свой удар тоже усилили. Поехали. Опачи. Так, сколько урона? Ну, слушай, не так уж и много. Процентов на 20 больше. Я бы не сказал, что так много. Ну, посоха фига. Сейчас смотри. Бам, Буффало Босс. Хотя нет, смотри, как я его разваливаю. Да нет, смотри, урон повысился. Нифига себе. Он быстрее, мне кажется, умирает. До этого он так быстро не умирал. Я его много дольше бил с помощью прошлой пушки. О, офигеть. Бфф, на, минус. Давай, бычара, давай уже умирай. Хватит уже тебе быть живым. 96%. Как раз, может быть, 97-й себя апну. Так, не апнул? А, буквально. Блин, самолет вырос. 76%. Давайте 97-й. Конечно, можно было 100-й. Но, друзья, 100-й сейчас бесполезный. Почему? Потому что нет у нас новых локаций, новых пушек. Кстати, должны появиться в скором будущем. Так, продаем. Давайте пройдемся к ребятам. Здравствуйте, как у вас тут дела? Хотите скилл? Вот так вот. Бум! Как дела? Как дела, курятники? И у нас босс появился. Все, фигачьте босса, я пошел к другим ребятам. Здравствуйте, как у вас тут дела? У вас свинку нужно убить? Нате вам, получаете. Просто вынес. Это жесть, ребята. Здесь у нас антилопы всякие. Я их, конечно, шотаю. А со скилла не знаю, шотнули, не шотнули. Сейчас проверим. Так, шотнули. Босяр, о, босяром. Я ребятам босяр даю, смотрите. Сейчас мы здесь тоже шотим. Сейчас по всем локациям пройдемся, просто пошотаем всех. Так, погнали. Опача, бум. Босс появился, хорош. Во, мне, кстати, нравится в этой локации использовать скиллы. Здесь аллигаторы. Сейчас босс появится, огромный аллигатор, смотри. Так, где босяр? Вот он, ребята. Крокодайл босс, ребята. Здесь прикольный босс, на самом деле. Мы пройдемся сейчас, всех боссов вам покажу. Так, здесь у нас гусь, здесь будет огромный босс-гусь. Выносим всех с одного удара. Появляется вот здесь вот... подожди, а где босс? Или я его убил? Подожди, босс был... Блин, босс стоял здесь, я его убил нечаянно. Извини, Пазяра, пожалуйста, я не специально. Так, сейчас появится босс. Ну-ка, где босс? Где босс? Нужно гусей еще поубивать. Я хочу босса вам показать. Вы, наверное, заметили его, а я, короче, провтыкал, и я не увидел. Так, босса нет, ладно, сейчас появляется. Вот сейчас появляется. Бах! Босяра, давай, вместо машин. Вот, появляется здесь вот такая гусыня. Гуси-босс. Так, нам на другую локацию, где-то вот сюда. Итак, здесь у нас кролики всякие, зайчики всякие, морзайчики. Давайте фигачим. Появляется огромный сейчас кролик. Вот он появился, вот и мега-заяц. Дальше у нас локация с буйлами. Ой, локация с медведями. Посмотрим, появится большой белый медведь. Ну-ка, появись. Медвеха, ты где? Появись, пожалуйста. Я же твоих тут сородичей вам фигач. Смотри, сколько убил уже. Ну-ка, появляйся. Я не хочу использовать скилл. Еще раз, я хочу, чтобы он не перезаряжался у меня. Капец, смотри. Во, появился, вот. Бир-босс. Дальше локация у нас с какими-то козлами. Шотаем. Сейчас убью с одного удара всех. Не убил. Видите, прикиньте, не шотнуло. Так, здесь у нас будет, я не помню, либо козел, либо овца уже. Так, давай дофигачим. Так, давай, добиваем, ребята. Бум, где босс? Я босса вызываю, ребят, покажите босса мне, пожалуйста. Капец, я их здесь уже не пробиваю с одного удара. Нифига себе, не мощные. Так, получи овца, получи ты, получи. Где босса? Я... Ну, вот сейчас появится. Да сколько можно? Капец, они уже жесткие. Подожди, а это... это предпоследняя локация. Я-то думаю, что они не умирают с одного удара. Они же жесткие здесь были уже. Это реально предпоследняя локация. Так, давайте. Вот. Вот, чип-босс, ребята. Ну и последняя локация, вы уже, друзья, видели. Ну все, друзья, вот и момент истины. Я прокачал себе 100-й уровень. И все, друзья, это финалочка. Выше больше некуда. Написано 0 опыта из бесконечности. Дальше, ребята, персонаж не прокачивается. Можно проверить, кстати. Просто ничего не появляется. Появляется, кстати, босс. И да, если вы заметили, что я очень быстро бегаю, то это не донат, ребята. Чем больше играет с вами друзей на сервере, тем быстрее бегает каждый из них. И также, естественно, и вы. Поэтому, друзья, приглашайте друзей, бегайте быстро, прокачивайтесь. Я 100-й уровень.
И в принципе, можно будет заканчивать, потому что дальше уже просто нечего здесь делать. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!